Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Сейчас я попытаюсь ответить на вопрос, почему у нас так очень упали просмотры на ютубе. Признаться, долго не могла понять, и я не могла понять, почему те же видео, которые месяц или два назад заходили и были тысячи просмотров, что происходит сейчас, я отказываюсь понимать, потому что там, где за неделю было там 3000 просмотров и больше, сейчас за неделю там 300 просмотров. В лучшем случае собака пришла поучаствовать в видео и покряхтеть. Значит, каким образом я выяснила вообще, что происходит? Я, конечно, понимаю, что Google плюс YouTube — это огромнейшая система, которая постоянно пытается усовершенствоваться, которые постоянно меняются какие-то правила, подходы, и за два, наверное, с лишним года я прекрасно понимаю, что состояние канала и по техническим возможностям и вообще как бы улучшилось, но и тут вдруг резко падают просмотры. Хорошо, давайте спишем это на праздники. Окей, списываем это на праздники, праздники проходят, а просмотры продолжают падать. Причем падать как и почему? Скорее всего, я внутри админки настроила то же самое, которое периодически прибегало ко мне на канал. Тут я, значит, вижу ее где-то в отображениях, перехожу на ее канал, и смотрите, что происходит. Я пытаюсь... Вот. Видео не воспроизводится, мне пишется, что загрузка завершена. Я думаю, то есть отсюда посмотреть ничего нельзя, и даже на канал перейти нельзя, потому что вы перейдете только на Google Plus, из Google Plus, то есть вы на канал уже не перейдете. Вполне возможно, вы поставили, что только через YouTube там вас могут смотреть, например, в админке. Я вот сейчас пойду, полажу там у себя в админке и попытаюсь разобраться. Но я думаю, что для многих на очень существенный вопрос я ответила. Это не у всех происходит. Это происходит, видимо, у тех, кто ввел какие-то ограничения по просмотрам, либо еще какие-то нюансы. В общем, заходите в админку, разбирайтесь, просмотры падают, падают на ровном месте, качество видео там, допустим, оно не ухудшается, оно улучшается, но тем не менее, вы сами сейчас все видели через Google Plus, это не воспроизводится, и на канал перейти нельзя.